Привет! Новый год совсем уже скоро, как вы можете заметить, я подготовился к нему основательно. И сегодня я помогу вам, а возможно даже вашим близким, родственникам, и неважно, подготовить подарки для райтеров, бомберов, теггеров, графитчиков любого уровня. А именно в этом нам поможет сегодня Graffiti Market. Что же можно купить там на относительно небольшие суммы денег? Сегодня я вам расскажу несколько вариантов закупа на 1000 рублей, 2000 и на 3000 рублей. Это будет достаточно бюджетненько, я считаю. Поэтому наливаем чаек, ставим елку, чистим мандарины. Первый пак, мы с вами назовем его теггер. Почему теггер? Вы узнаете из закупа, собственно. Представим, что у вас есть всего лишь две такие бумажки. Вы заходите на сайт Graffiti Market, и что он может вам предложить? На 1000 рублей разгуляться не получится. Не получится обзавестись такими шикарными и, собственно, очень завышенными по цене брендами, как Handmixed, Kring, Grok и так далее. Но на зиму это, я считаю, совершенно хороший вариант. Всего лишь на 1000 рублей вы можете позволить себе купить пачку стикеров, 100 штук. Причем маркер включен к нему. Hello, my name is. А также добавить к нему достаточно бюджетный вариант теггерского маркера. Это маркер 214 Ink за 370 рублей. Я считаю, что это очень хороший вариант за свои деньги. Вы сможете вдоволь натегаться на стикерах, в дальнейшем по весне, летом и так далее. Их все расклеить. Да, их всего лишь 100 штук, но поверьте, если у вас будет маркер 214, то, блядь, до стикеров дело так и не дойдет. Но подарок хороший, я считаю. Второй же вариант закупа на 1000 рублей. Он более бюджетный, но более вандальный. Выбирайте сами. Вы можете приобрести себе баночку чернил 214 Ink Vandal Black и две пустышки. Это OTR 160 пустой и 5-мм Grok Squeezer. Неплохие варианты. Вы сможете вдоволь натегаться как обычным маркером, причем укороченным, что, собственно, упрощает его транспортировку, перенос в карманах и так далее. Мамка вас не спалит, если вы положите его в портфель перед Новым годом. А также прочувствовать все плюсы и минусы сквизера, если до этого вы не имели с ними дел. Хочу уточнить, то что эти закупы я делаю с примерной погрешностью в 100 рублей, то есть плюс-минус. Второй пак, который я назвал «Бомба», замечу, он не включает маркеры, он называется «Бомба». Если вам не подойдет этот вариант, вы можете просто взять пак за 1000 рублей теггер, оптимальное соотношение цены и товара, и добавить к нему, там, не знаю, пару баллонов и так далее. Здесь же чистый подбомбин. Здесь же у нас есть 2000 рублей. На них мы сможем вдоволь нарисоваться, как я считаю. Казалось бы, всего 7 баллонов, но тем не менее. Из них это 3 банки Easy литровые и, собственно, 4 баллона Easy по 400 мл. Да, это выйдет дешевле 2000, но учитывайте доставку, если вы не живете в Москве, пиздец. Набомбитесь вдоволь, это я вам могу гарантировать. Вариант на 3000 рублей. Вы можете, конечно, не соглашаться с моими вариантами, но я считаю их оптимальными. Не зря же я потратил сегодня почти что полдня, чтобы сопоставить вообще всю эту хуйню. И чтобы вам было комфортно, чтобы вы смогли вдоволь натегаться на бомбиц. Не засирайте стены только, делайте качественные бомбы, качественные теги. Третий пак называется All City. All City включает в себя пак номер 2, который называется Бомбер. Да, на третьем я не особо парился. Но вы также вдоволь сможете и натегаться, потому что к нему я предлагаю докупить еще Squeezer Dope Dripper, который стоит всего лишь 302 рубля. Действительно, очень бюджетный маркер. Заметьте, там уже внутри залито красло, и вы сможете не только побомбить стены, вы сможете потегать стены, потегать стекла, потегать все что угодно, хоть голову своего друга. Я только что понял то, что вы могли услышать хоть голову своего друга. Тегайте по голому другу, похуй. У меня есть такой, я ему шорты затегал. И далее я предлагаю докупить еще сквизер от Art Primo. Art Primo Fever. Если вы не знаете, что это такое, он охуительно удобно лежит в руке. Я его рекомендую почти что в каждом своем видео. Вот такую форму имеет данный маркер. Он действительно очень удобно лежит в руке. Подходит для всего чего угодно. И я не умею делать как Векман, блять. По сути, у вас еще остается 200-300 рублей. Вы можете докупить либо перья для маркеров сменные, потому что я не знаю, по каким поверхностям любите тегать вы, а я люблю тегать по пиздатым поверхностям. Я не люблю тегать по асфальту, по наждачной бумаге. Либо докупить еще пустышку On The Run 160, которая стоит 250 рублей примерно, и сделать самопальную заправку, хромовую. Честно, я вспомнил про этот вариант из детства, когда мы брали обычную серебрянку рублей, там, не знаю, за 40,
и разводили ее White Spirit, примерно, по-моему, там, не 50 на 50, а примерно 2 трети, 1 треть. И получалась пиздатая заправочка. И, все, и все вместе, вот такой вот, блядь, баллон, бутылка, нахуй, она стоила под сотку. Не знаю, может быть, когда-нибудь я сделаю видео с самопальными чернилами. Но для этого вам придется здесь поставить 3000 лайков. Да, я охуел, но я не хочу делать заправы самостоятельно. Что ж, это были варианты подарков для тегеров, бомберов, райтеров, всех мастей вообще граффити-чуваков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного. А также ставьте палец вверх, если хотите, чтобы 2020 наконец, блядь, закончился.